Председатель Совета директоров Норильского никеля Гаррет Пенни стал лауреатом национальной премии «Директор года» в номинации «Председатель Совета директоров. Вклад в развитие корпоративного управления». Она проводится в России с 2006 года, ее вручает самым эффективным управленцам. Экспертный состав отметил, что Гаррет Пенни внес большой вклад в развитие крупнейшей российской компании. Инициировал принятие основных программ, наладил взаимодействие между менеджментом и акционерами и организовал работу в соответствии с современными международными стандартами. Для меня большая честь ее получить. Я очень рад, но в первую очередь радуюсь за компанию. Ведь это не моя личная награда, а награда всему совету директоров, руководству, менеджерам и всем сотрудникам Норникеля. Этой наградой отмечаются успехи в области корпоративного управления, а для их достижения требуются усилия всей компании.